Церемония прощания с погибшим участником специальной военной операции Сиражутдином Алидибировым прошла в Каспийске. 5 мая текущего года военнослужащий трагически погиб при исполнении боевой задачи. Проводить героя в последний путь пришли глава города Борис Гонцов, его заместитель Гусейн Ункилов, военный комиссар Марат Пашаев, представители организации и ведомств, воспитанники Центра военно-патриотического воспитания «Авангард» при Каспийском профессионально-педагогическом колледже, кадеты, а также родители. Родственники и близкие. Отпевание усопшего прошло в Каспийске в храме Казанской иконы Божьей Матери. В этом храме молимся о упокоении души воина Сергия. И скорбь и печаль наша была бы безутешной, если бы мы не верили в воскресение Христа. Но и происходит это, нужно тоже об этом сказать и подумать, в пасхальные дни. В дни, когда мы прославляем воскресение из мертвых Христа, нашего Спасителя и Бога. Сиражутдин Алидибиров родился 27 июня 1989 года. В 2006 году окончил школу и поступил в Московскую юридическую академию. После окончания призвался на военную службу во внутренние войска Российской Федерации. Работал следователем в Ленинском районе города Махачкалы и после переехал в Москву. Когда началась специальная военная операция, отправился добровольцем. Прослужил ровно год в Херсоне на левом берегу Днепра. За время службы был награжден орденом мужества и медалью за доблестную службу второй степени. Хочу выразить слова соболезнования матери Елены Викторовны, бабушке, всем близким родственникам, всем друзьям, кто знал Сиражутдина. Сиражутдин, он гордость нашего города, и память о нем она останется в наших сердцах. Хочется, чтобы каждый житель этого города и все, кто здесь собрался, помнили это. Присутствующие почтили память героя минутой молчания. Под гимн России и выстрелов артиллерийского салюта состоялось возложение цветов.